У нас случилось нашествие личинок божьих коровок. Они пришли к нам на наши сливы, размножились, и теперь эти крокодилы просто методично одна за другой очищают наши сливы от тли. Итак, давайте посмотрим, как работают божьи коровки. Вот лист, полностью облепленный тлей, видно, вот их пасет муравей, и уже сюда проник лазутчик в виде личинки божьей коровки. Да, вот эта вот беленькая такая. И вот яркая картина того процесса, который мы называем биозащитой естественной. Личинки божьих коровок, вот они маленькие, это беленькие.